Точно так же я наматываю краешек на карандаш, чтобы придать ему форму. Вот таким вот образом будут расположены мои листики. Приклеиваем наши цветочки туда, куда мы их наметили. Наносим клей на основу, приклеиваем цветочек. Наносим клей на краешек лепестка. Смотрите, вот тут мы лепесточки тоже не приклеиваем, только на серединку наносим клей. И ставим этот листочек вниз под цветочек. Берем следующий цветочек, наклеиваем только по серединке клей мы наносим. Приклеиваем его к открытке и наклеиваем наш лепесток с другой стороны, чтобы симпатично смотрелось. Еще один. И еще один. Зеленый листочек. И зеленый листочек. Этой стороны желтого места, где у нас осталось, мы наклеим тоже цветочки, но уже немножечко поменьше. Берем остатки нашей бумаги, вырезаем из нее воображаемый круг небольшой. И тоже делим на две части, потом каждую часть делим на три части. Обрезаем края, закругляя их. И получаем замечательный цветочек. Самый быстрый и самый простой способ изготовить цветок. Тут вот получился более толстенький, срежем его.